Я сегодня нахожусь в некой растерянности. У тебя, наверное, сменился телефон. И у меня нет возможности поздравить тебя лично с днем твоего рождения. Но, следуя твоему совету, ты очень любил это выражение, я воспользуюсь современными средствами связи и обращусь к тебе публично. Дорогой мой сын, я так счастлива, что ты у меня есть. Вообще, когда ты появился на свет, когда ты у меня родился, по-моему, мне завидовали все. Такого очаровательного малыша ни у кого не было. Во-первых, ты был очень кроткий, очень чуткий, очень ласковый ребенок. Потом ты стал расти, и ты стал проявлять такую любознательность, пытливость твоего ума была предметом обсуждения всех и вся, причем во всех твоих учебных заведениях, и в школах, и в садах, и в кружках. Ты лет с двух уже начал смотреть серии BBC. Я поняла, что я не буду с тобой спорить, потому что, очевидно, ты это знаешь лучше. Ну, зачем, так сказать, перед сыном выглядеть в каком-то таком нелепом свете? Вот, и дальше с тобой перестали спорить педагоги на уроках истории, педагоги на уроках английского языка. Ты чудесно играл на рояле. Ну, это, конечно, нам давалось с трудом, потому что хватал то-то быстро, а усидчивость была так себе. Но мы это преодолевали. Ты чудесно играл концерты. У тебя абсолютный слух. Ты вообще красавец. Этот день я не могу провести с тобой вместе, и мы не можем все вот то, что я тебе говорю, обсудить за чашкой чая. Но я предлагаю тебе принять участие в моем небольшом вечере воспоминаний. Смотри, какие я нашла фотографии. Я их все сегодня разложила. Я на них любуюсь. Я смотрю, какой у меня чудный мальчик. Это вот у меня мальчик родился, ему всего несколько дней. Потом он стал расти. Вот смотри, какой ты у меня белокурый. А, пошли мы с тобой в плавательный бассейн, когда тебе было год и два месяца. Потому что ты был дерзкий и отважный. Я поняла, что тебя нужно срочно учить плавать, потому что ежели я тебя не научу плавать, ты можешь прыгнуть в какой-нибудь бассейн, где глубоко. И вот надо было тебя как-то это самое подковать, что ли. Вот, этими знаниями. Поэтому у тебя первый юношеский разряд по плаванию. Это я еще говорю параллельно своим подписчикам. Скрипача Бориса Гольдштейна, когда они прогуливались на детском пляже, она кричала: «Буся Гольдштейн, лауреат там каких-то многочисленных премий, выходи немедленно из воды, это зовет тебя твоя мама». Ну, в общем, сейчас вот так немножко это происходит. Наши путешествия, в основном на моря, потому что мама любила, когда тепло. Сын, я надеюсь, тоже получал при этом удовольствие. Разные годы, разные страны. Твоя любимая прогулка по Риму, когда мы с тобой прошли пешком 14 километров. А тут ты учился в МЭШ. А тут
Это тоже, кстати говоря, где-то в районе нашего с тобой дня рождения. Видишь, полная луна. И мне, кстати, очень интересно, как ты собираешься поздравлять меня завтра? Так вот, что еще из достижений? Ну, самое главное, конечно, это вот, это Суворовское училище. Сейчас найду фотографии. Это ты у нас на трибуне. Это ты даешь интервью. Это ты в кабинете за рабочим местом депутата Государственной Думы. Про тебя, между прочим, даже писали в газетах. Такой ты был талантливый суворовец, воспитанник Суворовского училища, как принято говорить. Ой, тут ты очаровательный стоишь в какой-то зелени. А тут у меня еще были длинные-длинные волосы, которые я потом благополучно подстригла. А это твои первые шаги у рояля. Да, ну тут уже как раз, уже шаги, тут ты уже как раз уже ходил. Ага, что тут еще интересного у меня? Ну так, в общем и целом, конечно, у меня тонны фотографий. Я сегодня пересмотрела, несколько часов смотрела на них, любовалась. Что я тебе хочу сказать? Я давно так не ждала никакого дня, как сегодняшнего. Потому что тебе исполнилось 14 лет. А 14 лет – это уже все-таки некая дееспособность. Теперь ты можешь получить паспорт и, наконец-то, приехать ко мне. Я тебя очень жду. Я очень тебя люблю. Я очень тобой горжусь. И ко всем твоим достоинствам, которых у тебя бесчисленное множество, я хочу тебе пожелать, чтобы ты, Илья, был обязательно счастливым. Я тебя очень люблю. Я тебя очень жду. Да, собственно, мне кажется, тебя ждет вся Украина. Этого воссоединения. Вот. Ну и в том числе жду от тебя звонка завтра. Обнимаю тебя, мой родной. Твоя мама.